Золото и бронза. Таков итог выступления зареченских спортсменов на Кубке России по всестилевому карате. Соревнования прошли в Подмосковье. Наш город представляла команда из 4 человек. Раньше я один ездил, а вот в Заречном уже 4. Подросли ребята, 2 девчонки, вот Эльдар. Эльдар Воронков особенно серьезно готовился к соревнованиям. Для него Кубок России по всестилевому карате стал первым турниром, где он выступил в новой возрастной категории. Я выступал первый раз по мужикам. Это было сложно. Я наблюдал за этими людьми, и я знал, на что они способны. Вот. Так что для меня это было не неожиданно. Эльдар Воронков стал бронзовым призером соревнований. А золото досталось его товарищу по команде Артуру Хачатряну. Он уже на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции на состязаниях. Но в этот раз победа досталась ему не так легко. Было реально сложно. То есть давно такого не было. Обычно выигрывал с отрывом, а тут уже хоп-хоп, и молодежь наступает на пятки. Вот, будем стараться, чтобы в следующий раз такого не было, и вырвать победу было бы легче, чем в этот раз. Кубок России по всестилевому карате стал для зареченских спортсменов завершающим турниром этого сезона. Впереди лето и подготовка к новым стартам. Ксения Тризна, Ильдар Абульханов, телерадио, компания «Заречный».